Со дня рождения известного чувашского литературоведа, ученого и писателя Георгия Федорова исполнилось 75 лет. Сегодня в Национальной библиотеке Чувашии состоялся торжественный вечер, посвященный юбилею профессора. Всю свою жизнь Георгий Иосифович отдал науке и литературе. Он автор более 250 научных работ, 4 монографий, ряда учебников и пособий. В исследованиях особое внимание уделял истории чувашской литературы и творчеству писателей. Георгий Федоров ушел от нас больше года назад, но ученики и коллеги постоянно вспоминают его добрым словом. Поскольку преподаю иностранные языки, английский, немецкий языки преподаю, понятно, словарями пользуемся. А у него словарей было достаточно. Он дарил мне эти словари. По сей день берегу эти словари. Спасибо ему. Очень мирный человек был. Вплоть до смерти голос ни на кого никогда не повышал. И без того был очень тихий. Он разговаривал еще тише. Настоящий пример толерантности как студент, как преподаватель, как ученый.